Власти Алматинской области планируют осуществить грандиозный проект, превратить районный центр Жаркент, расположенный в 30 километрах от сухого порта Харгос, в город с самой современной инфраструктурой. Назвать его Нуркент. Макет будущего города представили премьер-министру Кариму Масимову во время его рабочего визита в регион. Также в рамках поездки в Талдыкурган Карим Масимов посетил ряд объектов, введенных в эксплуатацию буквально на днях. Центр по обслуживанию молодежи будет заниматься трудоустройством, поддержкой молодых предпринимателей и обучать различным востребованным специальностям. Поражает своей архитектурой и новый дворец школьников. Там уже работает огромное количество детских кружков. Ребята могут освоить азы своих будущих профессий. После премьер-министр встретился с общественностью областного центра. Сегодня регион весьма динамично развивается. Объем волового регионального продукта превышает 2 триллиона тенге. На встрече также поднимались вопросы сельского хозяйства, образования и энергетики. Жители Алматинской области верят в то, что решение всех этих вопросов, в том числе амбициозного проекта по строительству нового города, не за горами. Глядя на то, и услышали мы, какими апеллируют суммами, цифрами, что у нас государство уже созрело для таких больших проектов. И вполне хватит сил, чтобы построить этот город Нуркент. Он очень нужен. И дай бог, чтобы, как нам сейчас здесь говорили планы, чтобы они все сбывались.